This is Sparta! Такой важный, такой нужный. Ладно, теперь уже играем. Можем теперь, в принципе, выдохнуть уже, расслабиться. Будем играть, стараться. Ну, не особо уж напрягаться. Так уже такого волнения тут не должно быть, я имею в виду, как сейчас вот было с этим, с предыдущим бегуном. Вот и сразу получили. Ладно, я даже не расстраиваюсь таким голам. Ой. Смотри повторы, да, посмотрись. Гол на пятой минуте. Хорошее начало. Быстрый гол может раскрыть игру. Может раскрыть игру. Мы всегда играем в открытый футбол. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И в разрез. Шикарно. Спокойно, спокойно. Ребята, играем. Играем. Ничего, напрягаться не будем теперь. Да, сегодняшний стрим, конечно, вообще просто у меня нет слов. Но мы еще будем здесь биться. Мы не собираемся сдаваться. Это играет мой дубль. Но дубль у меня, вы сами знаете, какой у меня дубль. Офсайд. Это может быть опасно. Идем. Хорошая подача. Ах ты, не получилось. И это его 50-й матч с окном. Но если это не повод. Так, ну-ка на секундочку. Мне опять прислали, надо срочно ответить. Так. Так, все, ответили, продолжаем. Так, извини, оппонент. Мне вот действительно сейчас надо было ответить. Я не просто так паузу жму. Какой перехват, великолепно сыгран. Бух! Мяч улетел в сторону ворот. Ну, теперь все зависит от того, как он подаст этот мяч. А, угловой. Давайте вот сюда, наверное, вот так подойдем. И! Ай-яй-яй. Когда полевой игрок может взять мяч в руку. Это может быть опасная атака. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Продолжаем. Кингсли Коман. Давай, Кингсли Коман, играй. Играйте, вот смотрите, как мы освободили ему простор дали. Кому? Вот сюда давайте. Вот сразу сколько он игроков подпускает. Эрнандес. Ничего, ничего. Зато тут открывается. Зато тут открывается у него все. Тут может что-то получиться. Эх, не прошел последний пасик, а? Но ты все, я все хотел довести до идеала. Вот это я тут выдал. Возвращаемся. Пускай теперь финтят, сидят, отфинтятся. Все, у меня уже все мысли в третьем дивизионе, да. Здесь надо доигрывать. И как у нас получилось? У нас еще три игры даже в запасе осталось. Вот это мы выдали. Вот это называется кураж, правда. Продолжаем дальше. На кураже действует. Пока проигрываем на кураже, но ничего страшного. Вот это да. Не, дружище. Так просто ты моего вратаря не пробьешь.
мысли команд. Угу. А ну вот сюда. Юлиан Драксель. Посмотрите, как скоро выходит у них мяч. Не подобраться. Ну-ну, поднимайся, поднимайся. Своего шанса. Великолепно. И так пробит. Евгений Коновалов. Ух ты, блин, елки-палки, забивать надо, ребята, забивать. И... Вот так вот. 1-1. 1-1. Кураж, называется кураж. Мы продолжаем биться. Биться. Пока в четвертом дивизионе. За титул уже. И это мой второй состав. Дубль. Надо будет пересматривать этот дубль. Здесь в этом дубле очень серьезные ребята сидят у меня. Такие, как у Дракслер. В дубль я его отправил тоже. Зачем? Йотто решил попробовать. Йотто у меня подходил под сыгранность Абумиянгу. Вот я почему. Потому что они оба в Боруссии. Дортмунд. Ах ты, елки-палки, такой прострельчик, а! Дракслер не забил, по-моему. Да, ну ладно. Возвращаемся. Ничего, возвращаемся. Вот пускай он крутит тут улитки, сидит. Давай, обыгрывай тут, сиди, финти. Лапу, Янгам, Бива. О, Бива. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание. Да, давай, 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 все, мы защищаться, мы в защиту, вот и все. В этой атаке оборону пройти не удалось. Евгений Коноплян. Эх, сильно, сильно надо будет слегонцам и сосерить давать. Да-да, показывай, давай, туда надо бежать, да. Кевин Кам. Все-таки мы забили гол. Друзья, вы поворот. То есть пока мы уравняли шанс. Пасы, это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Юлиан Драксель. Я решил добавить 3 минуты. Ах ты. Давай, 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 финти, финти, тут отбегаю улитками своими. Сиди, давай еще финтани тут. Кевин Кам. Может получиться интересная защиту. Атака. Организовываем защиту. Это удар. И вот так, отличный вратарь. Отличный вратарь. Раздевалочку вам не удалось забить, ребята. Да, 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 давайте посильнее играйте. Посильнее, да. Арбитр дает свисток. Мы начало второго тайма. Играем, как играем. Свой футбол. Вендел Боржес. Даже сейчас немного расслабленный. Юлиан Драксель. На позитиве. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точно. Ах ты, вот не получился. Все, последний пас и удар. Вендел Боржес. Пока неплохо. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И! Ой, ребята, что творится? Гротеска! Давай! Я даже не запоминать фамилию уже начал. Гротеску. Как разыграли, а? Раз, два. Хоп! Ну здесь, конечно, помог рикошетик. И какой удар? Вратарь как отыгран. Даже не рыпнулся. Горецко, гротеска. Горецко, ни хрена не запомнил. Горецко. Надо запоминать героев. Так, этот срочно начинает перестраивать игру. Пока у нас камбэк получается. А вот он там заменил. Или щиток поставил такой очередной. Или даже нет. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Юлиан Драксель. Долго держит мяч. Ах ты, елки-палки, задержался я слишком долго. Но опять я не рассчитывал, что у меня он убежит так быстро.
Возвращаемся так. Четырех защитников вижу. Где остальные? Где остальные? Подтягиваемся. Помогаем. Помогаем нашим ребятам обороняться. Помогаем. Отлично, отлично, ребята. Отлично. Играем дальше. Фу. И все правильно, да, все усилия, вся эта атака, весь этот момент старались, создавали что-то, и все теперь можно умножить на ноль. Не забивает игрок, и, к сожалению, его команда продолжает проигрывать. Смотрим статистику по ударам, и немного неожиданно, смотри, преимущество у проигрывающей команды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не туда чуть-чуть я дал, спасибо. Конечно, не хватает, вот эти показатели, они отражают как раз класс команды. Спокойно. Вниз. Вверх. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Да, сюда, сюда. Хавьер Эрнандес. Продолжаем играть. Дембеле. Дубль. Если выиграете, вы тоже герои будете. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ обороны. Вы можете принести титул. Кингсли. Основу нам принесла... Выход. В этой атаке оборону пройти не удалось. Евгений Коноплян. Юлиан Дракс. Хватает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ух ты, как ударил-то здорово, а, Чичирито? Ну. Свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это и вот так абсолютно не и... Не получилось, а. И там я не специально это делал. Ложный замах. Там у меня просто как-то кнопки два раза я, что ли, нажал, там, не знаю. Все в защиту, все в защиту. Отлично, отлично. Все, защитились, защитились. Продолжаем. Все, в оборону. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Удалось нейтрализовать. Как он у меня мяч вытащил, а? Кто будет первым на мяче? Юлиан Дракс. Патрик Херн. Можно продолжать. Какой на мяч пока у нас? Терпеливо ждут они своего шанса. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Ах ты, ах ты. Справляется мяч от опыта. Эх. Моментище был. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч. Хевенс. Юлиан Драксин. Играем. Вперед в атаку, ребята. О, штрафной, штрафной. Я же навешивал туда, вот у меня вверху забегал. Хотел ему за это закидывать мяч туда. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Вот это здорово, отлично. Ах ты. И вот это была... Ах ты, Вендер какой-то. А, это защитник. У меня там левый Вендер, бразилец. Бразилец, да, вроде. Бразилец там прикупил. Играем. 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 Вот одним игроком, смотрите, сыграно, одним игроком. Решать. Пусть и так крупно, но они все же выигрывают. Да, я напомню, что такой исход им нужен, чтобы гарантировать себе трофей уже сегодня. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. И давай! Ух ты, блин, ладно, угловой, угловой. Эх, не получился. Защитник выносит мяч. Аут. Посмотрим за этой атакой. Хорошая передача. Хорошая подача, но защита начинает. Эх, не получился, не получился. Возвращаемся, ребята, возвращаемся. Все в защиту. Держаться, держаться. Все в защиту ушли. Возвращаемся.
Москву. Патрик Керн. Ну куда этот пас, конечно, вообще никуда. Карим Белараби. Ну что, последний шанс отыграться. Фу! Вынос. Спокойно, спокойно. Играем в открытый футбол. До конца в открытый. До конца будем воевать. Победа! Мы взяли титул. И еще две игры в запасе. Вот это был стрим. Заработали 9500. Вот это стрим. Это я сорвал сейчас куш. Вообще, я не знаю. За это, я так думаю, ребята, точно надо лайки поставить. Это вообще, что тут было? Вот, вообще охренеть. Вот это да. 6 побед, 1 ничья, 1 поражение и еще 2 игры в запасе. И мы взяли.